Выход на биржу и ликвидация нераспроданных монет. PlusCoin завершил этап выпуска PLC-токенов и их распределение между первыми держателями. PlusCoin уже вышел на биржу EtherDelta, и по официальным заявлениям команды в процессе листинг на биржах Mercatox, Yobit, BitSane, Anybits и IDEX. В дальнейших планах выход на крупные биржи, о чем уже активно ведутся переговоры, и масштабирование проекта. Относительно процесса ликвидации нераспроданных токенов, по заявлению генерального директора PlusCoin Михаила Михайлова, было принято решение о принудительном уменьшении количества монет в обороте рынка, что заинтересует криптосообщество и активизирует монету в торгах на биржах.